Приветствую вас, уважаемые друзья. Едем мы очередной раз на рыбалку. Уже было у нас несколько рыбалок. Придется сделать вставочки. Конечно, рыбалки болтовыми не назовешь. Кое-что споймали. Но показывать было, друзья, нечего. Делал Саньке подарок такой хороший. Думал показать видео, но сделаю вставочку здесь. Сейчас, друзья, достану подарок Сане, а то тягать устал его просто. Хочу я ему подарить вот такую вот коробочку. О. Посмотрите, сколько я там ему ништячков наделал. А? Фиолетик, ультрафиолетик. Лох. С разными блесками, с фиолетовыми, с красными. Какая мягкая резина, замечательная. Вот такой новый силикон. Ой-ой-ой. Вот такая вот. Вот такие вот интересные цвета. А воронки, машина масла. А вот еще один оттенок. А? Какая резина стала шикарная. И, ну, конечно, надо... же, мандулки. Обязательно на нее сегодня половлю и постараюсь разловить. О. Вот такие вот мандулки. Вот такой вот подарочек я Саньке подготовил. Давай, рукопожатие дружеское. От души, Саш. Спасибо огромное. Ну как, Саня, доволен? Как ребенок, которому подарили на день рождения электромобиль. Ну все, начинаем рыбалочку. Это а вот, да? Моя коробочка. С моими приманочками. Собрал себе ходовой такой комплект. Варунки. Изжишайнеры. Савамуры. Короче, все, что надо. И такую коробочку себе подготовил. Наделал разных мандул. С одним крючком сделал мандул, чтобы в запрет можно было ловить. Их разных подделал. Делаю сам. Тема очень интересная, мне понравилась. Приятно разлавливать приманки, сделанные своими руками. Хочется. Дали, пожалуйста, и в группе «Разборные чебурашки» в Инстаграме заказал вот такие вот чебурашки. Мне очень понравились. Довольно грамотно сделаны. И цена в два раза дешевле, чем у нас в магазинах нашего города. Кому интересно, ссылочка будет в описании под видео. Потом Санька споймал хорошего жереха на Двине, как бы разловился по жереху. Тоже бросали, кидали, больше поклевок не увидели. А, ну, правда, у Сани был еще хороший сход хорошего жереха, но тоже не попал на камеру. Я далековато был от него. Ну, как, какого жерешка он споймал, тоже вставлю сейчас в видео. Санька словил жереха. Вот такой килограммчика по два. Сейчас взвесим, кстати. Не успел я снять. Позвонил он мне. Говорит, Саня, беги ко мне. Я думаю, полторашечка. У меня раздача жерехов. Я думаю, больше. Думаешь? Я думаю, под кило 800 где-то. Ты знаешь, вот тот, который сошел, жалко, что тебя не было. Попал бы исторический момент. Но я, в принципе, замок сопроверил. На ура. Так, Санечка, помоги мне чуть-чуть. Что-то у меня... О, живой еще. Так. Он еще живой. Пока я сел на машину. А не, глянь, кило 300, кило 270, 200. А, ну. Ну, кило 207. Я думал побольше. И я думал. Ну ничего. Все равно зачетный. В принципе, тоже зачетный. Отличный. Жерешоночек. Ага. Тот, который сорвался, конечно, ни в какое сравнение с этим не идет. Тройники разогнул, да, на пильчере? Разогнул тройники, там вот кустики, получается. Клюнул под самым берегом, возьми бисер. А, ну видишь, на пилькере один тройник, потом клюнул, и ушел. Да, клюнул под самым берегом. Я его поводил хорошо, но рыбы, которые уже 3+, в такой обстановочке, проще сойти. Попер, пришлось держать, зажимать фрикцион, потому что и приманку поставил бы, и жереха. Ну, в принципе, ничего страшного. Сегодня он меня, завтра я его. Рыбе надо всегда давать шанс. Короче, я раскладываюсь и начинаем, ну, давай, ловить. Давай, все, пробовать. Поехали. Потом было у нас хорошее турне по озерам. В принципе, мы и сегодня его повторим. Поездим по своим любимым местам.
Я тоже споймал за весь день одну небольшую щучку. Саню укусила моя мандула. Сейчас это ставлю опять же в это видео. Тяни, ты... Оттянул. Первая поклевочка. Ну что-то мелкое, не крупное вообще. Ну прикольно, отрабатывает. Хорошо. Судак, наверное. Подсадили сюда. Нет, щука. Щукой, ах ты, мамочка. О! Ох ты, ё-моё. Первая поклевка за сегодняшний день. Ай! Нифига себе. Зафигачила. Вот такой вот запалец. Щупачок. Чё? Тройничками? Тройничками, а чем же? Ах ты, я ж тебя отпущу, ты, блин, стой. Зараза, вот такая щучка. Сколько она грамм, интересно? Ой, не знаю. Грамм 300. Но я думаю, что ей жить надо. Нехай плывет. Ну ладно. Вот такая вот, друзья, поклевка. Блин, палец рассадил. Саню словил зато, да? Ну, будем ловить дальше. Ну, поздравляю, хоть что-то. Ну, а теперь, друзья, мы едем на свои любимые водоемы. Сегодня мы взяли детей и будем сегодня отдыхать и ловить рыбку. Надеюсь, рыбку сегодня мы наконец-то споймаем. Вот, друзья, смотрите, плетенка Синайт. Восьмижилка, серия Монстр. Сделаю вставочку этой плетенки, картинку в видео. 5 рыбалок, и плетенку можно выкидывать. Посмотрите, что с ней происходит. Она стала толстая. Я не знаю, будет видео видно, не будет видно, как она вся распушилась. Стала толстой, начала пить воду. И уже буквально на 5-й рыбалке заброс. Метров, наверное, на 20 стал меньше, чем был до этого, пока она была новой. Вот и думайте, стоит покупать такую плетенку или нет. Ловить сегодня буду на 2 комплекта. Взял спиннинг Дайа Нилос 1,11 грамм, катушечка цуриное. И взял Земекс Буриза, катушечка Шимана Нексва. Сегодня... буду пробовать ловить на эти комплектики. Ходим, друзья, ищем рыбку, но что-то пока что ничего не хочет клевать. Жерех отзывается, лупит по воде, но брать не хочет. Скажи, Сань, что-нибудь на камеру. Даже говорить как-то... Шелестпера не видно? Видно, но не берет, я не знаю. Шелестпер, да, где-то есть, но где-то нет. Контактов с ним мы не видели. Будем искать. Будем искать. Что-то как-то совсем. Играть играет, но поклевок нету. Уже переехали, друзья, на 4-е место. Попробую покидать. Здесь дуо Реализ от фирмы Беркинг соточку. Отвечать буду спиннингом Буриза. Рост 2,65. Тест 8,35. Джиговый спиннинг. Но спокойно справляется и с твичингом. Ито Шайнер пробовал им твичить. Без проблем работает, без проблем отрабатывает. Вот смотрите, соточку дуа Реализ вообще без всякого упора продергивает. Это даже при длине 2,65. Доволен я данным спиннингом. А вот шнуром Синайт восьмижилка Монстр. Недовольны мы вообще остались. Да, Сань? Очень недоволен. Шнур не стоит денег. И если на какую-то грубую закидушку, он пойдет. Ну, на фидер, цена... на фидер, да, такой.
для Двины, где большое течение. Пушится очень сильно, на самом деле. Такое себе удовольствие. Так что, друзья, не советуем этот шнур. Картинку вы видите на экране. Зря потраченные деньги. 0,16 написано, а сам он все 0,22 по толщине. Железно. И плюс еще и пушится по-страшному. Ладно, будем пробовать ловить на воблеры. Есть. Поклевочка. Небольшая щучка. Опа! 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 Ну, наконец-то! Кинули окорочка! Вот такая щучка клюнула на снимает? Дуа-реалис соточку от фирмы Беркинг. Снимает? Ну что, Санька, дай-ка. Сделай ритуал отпуска рыбы. Кто хочет, давайте дадим. Не, они сейчас еще поколятся. Нет. Хорошо, тихо. А камера снимает? Снимает. Снимает камера, не спеши. Вот, наконец-то, за сегодняшний день у нас первая поклевка. Вторая. Вторая, ну, я имею в виду первая щучка. Отпусти мне лески немного. И вот уже какая, друзья, рыбалка, четвертая рыбалка. И вот так вот все непонятно по клеву, непонятно по погоде. Ну, что-то ловим. Сейчас снимем и включимся, смотри, когда будем отпускать. Хорошо. Крючки, да, хорошие. Ты укушенный воблером, укушенный мандулой. Так, дайте мне палочку. Наконец-то сняли щучку. Хорошо так зацепилась за средний тройничок. Отпускаем, пусть плывет. Давай, живи, расти. Все, пошла. Я что только не перепробовали. Уже взял Дайя Нилос 5 грамм джиголовочку. Изи Шайнер. Попробую покидать его. Взял такой цвет. Цвет лох, фиолетовая и красная блеска. Попробую покидать. Уже что только не перепробовали, куда только не переехали. Болтовые рыбалки у нас продолжаются. Не хочет рыбка клевать, не хочет. А почему, не поймем. Уже и дожди прошли, тепло, 20 градусов сегодня. И все равно клева нету. Рыба почему-то неактивная. Уже мелкие вертушки перепробовали, стики попробовали. Что только не пробовали, не хочет ни на что. Какая? Золотая. Ну, у Саньки что-то клюнуло. Вроде даже съедобная. Посмотрим. Нет. Не сильно съедобная, но клюнуло. Уже приятно. Ну да. Болтовые рыбалки. Шуки, а вот и Санька разловился. Да. Ты елки-палки. Вот такая вот щукенция. Так, что надо сын сказать? За папой, за мамой. На, отпускай. Привыкай отпускать мелкую рыбу. Пиши аккуратно. Берешь? Бросить? Давайте вы быстрее. Берешь и кидаешь в воду. Ну. Все. Поплыл. Нужно поставить его. Иди за папой и за мамой. Я включу. Подвожу. Что-то клюнуло или багранулось. Не понял я что-то. Вроде бы крупнее, да? Да что-то не поймешь. Как-то, да. Ну сюда подводи. Как-то сдали и взяла. О, щука! Это щука. Ай да брось, хорошая. Да. Не больше. Не, побольше. Это побольше. Давай. Грамм 500, наверное. Ну так сдалека взяла. Ну, смотри, особо даже не сопротивляется. Ай, будто бы по барабану. Иди за мной. О, ну да. Ну что, Сашка, раздаем благотворительность. Это болтовые рыбалки, как мы их называем. Болтовые. Так, подожди. Давай.
Да, сейчас отпустим. Аккуратненько. Поклевочка у нас иди была себе. Вот. Иди к воде, отпусти. На Swing Impact. Скажи аккуратно. Возьмешь за хвостик и отпустишь. Иди тут к водичке аккуратненько. Сейчас Денис отпустит щучку нашу. Не сразу не бросай ее, приведи в чувство. Положи в воду и дай жабрам воды. Все, пошла. Лайк. За это нужно поставить лайк. Вот, друзья, наша рыбалка подошла к концу. Четвертая наша рыбалка. И, можно сказать, нулевая. Уже объездили столько водоемов, перебросали столько приманок, перепробовали разные веса, а поклевок практически нету. Рыба неактивная, почему-то не двигается. Короче, мы не знаем, что случилось этой весной с рыбой. Будем, конечно, искать, пробовать ловить. Ну, как бы пустые не остаемся, но хотелось бы большего. Вам, друзья, ни хвоста, ни чешуи на рыбалке. Всех благ вам и вашим близким. До новых встреч!